Итак, ой, кажется, все. Весь чердак подмел. Енот будет доволен, когда увидит, как хорошо я его задание выполнил. Коксик, Коксик! Что? Где ты там? Я здесь. Вот. Мы с Шуней тебя заждались. Да. Так я ж важное дело делаю, я на чердаке убираю. Вон какой порядок навел. Молодец. Ну, мы же собирались все вместе книжку почитать или порисовать. А может быть, Леша нам что-нибудь интересное расскажет? Я с удовольствием расскажу. Ну, вот сейчас Коксик освободится. Так я уже освободился. Осталось только мусор в ведро убрать. Вот этот? Ну, да. Мы с Шуней тебе поможем, да? Да, и это убираем. Убираем. Это тоже так, убираем. Вот это вот сюда. Какие-то ненужные винтики, бумаги. Это выбрасываем, да? Да. Так, вот это. А вот это вот перышко? Зачем же выбрасывать? Разве это мусор? Да, конечно, мусор. Старое гусиное перо никому не нужное и в хозяйстве непригодное. Как это никому не нужное, а? Как это непригодное в хозяйстве? Да из него можно сделать украшение для шляпки, как у тетушки Матильды. Шляпа с пером? Да такие шляпы только в старинные времена носили. А вот и нет. Сейчас некоторые красавицы тоже носят. А вы знаете, друзья мои, что в старинные, как говорит Коксик, времена гусиному перу, помимо украшения шляп, могло найтись еще одно куда более важное и ответственное применение. Да ты что, а какое? Да. Друзья мои, на протяжении многих веков гусиное перо служило ручкой. Как ручкой? А вот так, друзья мои, гусиным пером писали. Вот смотрите. Узнаете, кто это? Ну да, Пушкин. Да, Александр Сергеевич Пушкин. Великий русский поэт. И вот знаете, все свои стихи, замечательные стихи, он записал гусиным пером. Не, я не понимаю, как же пером можно писать? Ну хорошо, я вам сейчас покажу. Так, листок бумаги есть. Чернила в чернильнице. Берем перо. Ну, что мне написать? Шуня! Шуня. Хорошо, пишем. Шуня. Ша. У. Н. Я. Ну-ка посмотрим, что у нас получилось. Так. Как здорово! Получается, что перо – это дедушка обычной ручки. Перо можно считать дедушкой обыкновенной ручки. Но у нее есть и прадедушка, и прапрадедушка. Интересно, кто же они такие? Ну, я думаю, что прапрадедушкой ручки можно считать обыкновенный острый камень, которым наши предки писали и делали рисунки на стенах пещер. Ведь они жили в пещерах. Позднее стали писать острой палочкой на табличках из сырой глины или на покрытых воском дощечках. Это что же, древняя тетрадь такая получается? Нет, наверное, это письмо или записка. Да, древним людям хотелось поделиться с кем-то своими мыслями, записать их. И делали они это по-разному. Например, в Китае писали маленькими кисточками, используя чернила, сделанные из сока ягод или смолы деревьев. А вот в Египте писали трубочкой из тростника, наполненной краской. А мне больше всего нравится наше перышко. Да, гусиное перо очень удобно держать в руке. Правда, со временем оно стачивалось. Поэтому потом его заменило металлическое перо, которое вставлялось в деревянную ручку. И можно было проводить очень тоненькие линии. Вот смотрите. Вот. Стальными или даже золотыми перьями писали довольно долго. Правда, был у них один недостаток. Какой? При письме можно было легко оставить на бумаге кляксу. Смотрите. О,
А кляксы? Нет, кляксы — это плохо. И неудобно, что перо надо все время макать в чернила. Вот точно так же подумали изобретатели и сконструировали авторучку, которая была и пером, и чернильницей одновременно. Но на этом изобретатели не остановились. Венгерский журналист Ласло Биро, которому по роду деятельности приходилось много писать, предложил заменить перо шариком. Шарик крутился и оставлял след на бумаге. Но чернила ведь могут из нее вытечь. Правильно, поэтому вместо жидких чернил в шариковых ручках используются густые пасты. И вот такими шариковыми ручками до сих пор пишут во всем мире. Я такими ручками и писать, и рисовать люблю. Чтобы цифры или буквы на бумаге написать, надо ручку, надо в руки, надо ручку в руки взять. Катит шарик по бумаге, оставляя тонкий след. И теперь мы точно знаем, ручки очень много лет. Ручки очень много лет. Ой, как интересно у нас получилось. Нашли в мусоре перышко и узнали историю ручки. А теперь пора нашим маленьким зрителям сказать до свидания. До свидания, мальчики и девочки. До завтра. Всего вам самого доброго и ангела-хранителя. Время чудес пролетело. Спит Шишкин лес до утра. Всем детишкам в постели тоже ложиться пора. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях. Скажем друг другу до встречи, доброй вам ночи, друзья. Скажем